Евгения впервые сдает кровь. Для этого пришла на акцию «День донора». Подготовилась, исключила жирную пищу перед донацией, прошла медосмотр и получила доступ. Страха нет, зато есть большое желание помочь тем, кто нуждается. Ну, вообще, я очень давно хотела помочь людям, которые нуждаются сейчас. У нас неспокойные очень времена, поэтому я считаю, что каждый, кто может, должен помочь. Акция «День донора» проходит каждую неделю. В этот раз общественники пригласили к участию сотрудников «Мособлгаз». Они откликнулись и пришли, надеемся, что большое количество человек сегодня сдаст. А мы, как общественники, всегда рады поддержать, осветить данное мероприятие, пригласить, дать исчерпывающую информацию, что нужно соблюсти небольшую диету, перед дачей крови пройти небольшой медицинский осмотр и опрос. Дефицит донорской крови – проблема, которую нужно решать на постоянной основе. Во время пандемии потребность в крови и ее компонентах значительно увеличилась. Это крайне необходимо, и чем регулярнее, тем лучше, потому что все-таки потребность большая по больнице. И вообще, если говорить об обеспечении, мы, как вот такая вот небольшая, да, небольшое отделение, обеспечиваем весь фактически Одинцовский городской округ и стараемся еще и помогать соседям, то есть Рузи и Истре. Более 20 человек решились на доброе дело. Результат. Банк донорской крови пополнился на 9 литров. Многие жизни зависят от неравнодушных людей, уверяют общественники. Призываю всех сдавать кровь. Это полезно в первую очередь и для себя, и, так сказать, другим людям. Хорошее дело сделать, помочь. По мнению специалистов, сдача крови приносит пользу и самому донору. Помимо того, что организм получает своего рода тренировку, также подстегивается механизм кроветворения, а иногда и выявляются заболевания крови. При обнаружении врачи немедленно связываются с донором для информирования о состоянии его здоровья. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».